В спортивном зале Тувинского строительного техникума прошел открытый ежемесячный турнир по национальной борьбе «Хуреш» среди студентов средних и высших учебных заведений Кызыла. В борьбе приняли участие 10 команд, представляющие ТФГУ, Кызыльский колледж искусств, Тувинский строительный техникум, училище Олимпийского резерва и техникум экономики и права. По итогам соревнований первое место в абсолютном турнире занял студент сельскохозяйственного техникума Кайгайол Андар. Второе место присудили Буяну Даржу, исторический факультет ТФГУ, и третье место занял Артыш Оржак, студент техникума экономики и права.